Всем привет! Вы на канале Зимний Татьяна. Если вы у меня впервые в гостях, то не забудьте подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, ну и еще напишите комментарий, мне будет очень приятно. Также не забывайте про соцсети, все ссылочки на них в описании под видео. Сегодня мы проходим первую часть, ребята, это только первая часть прохода ежедневных заданий индивидуальных, где вам не требуется партнер или команда. Ну, как я уже сказала, мы сегодня будем рассматривать те задания, которые вы можете сделать, не подключая других игроков. Ну, первое задание, да, чтобы было лучше видно, вот так вот, наверное, это лучший один из восьми, то есть 8 заданий надо сделать. Для этого просто можно нажать, и она автоматом будет летать. Вы даже можете, в принципе, не помогать, но чтобы было, например, быстрее, в диалоге просто прощелкивать. Где-то надо будет покупать какие-то ингредиенты, где-то надо будет убивать монстров, где-то надо было просто что-то собирать. Видите, она сама делает, то есть все это быстро, можно даже без вашего участия. И за это дают опыт, и очки, и экспу, в общем... Это, в принципе, обязательно делаем, да, чтобы ваш персонаж тоже прокачивался, но и получал какие-то, в общем-то, плюшки. Но плюшки с этого не идут, ну, в виде ингредиентов, да, только в виде экспы. Ну и задания, в принципе, видите, они очень быстро проходятся. В принципе, вам ничего не надо делать. Вот даже все купили. Если этот предмет остался в сумке, вы можете его продать, чтобы сумка не засорялась, потому что ячейки у нас не резиновые. Вот, видите, все, тур закончен. Отлично. Значит, кстати, после, видите, я все-таки права, я обычно не обращаю внимания, да, но вот тут после прохождения нам дают некие предметы. Теперь, значит, невероятный риск, это ежедневка, которую тоже можно проходить одному. И здесь будет у нас рандомные задания, то есть мы бросаем кубик, нам выпадает какое-то число, либо мы попадаем на ячейку, вот как сейчас, да, опыт пошел, либо мы, например, не попадаем и летим, вот как сейчас, в какую-то локацию, тоже делаем определенный квест. Все это на автомате, все это не занимает тоже долго времени. Поэтому, в принципе, обязательно делайте вот этот тур лучших, чтобы тоже получить и экспу, и какие-то плюшки. Все, видите, у меня последний раз, то есть 10 из 10 вы кубик бросаете. Например, если попадает на какую-то ячейку, где там экспо, или там питомец, или еще что-то, то есть дальше само автоматом может выброситься, либо... Вы нажимаете уже, и вас, например, если вы в другой локации, то вас перемещают в эту локацию, или вы можете сами нажать кнопочку переместиться. Так, ну что, в принципе, видите, у нас сдалось экспо, частицы пыли и тому подобное. Так, давайте посмотрим. Баунти. Баунти я уже в каком-то видео рассказывала, что вы посылаете своих союзников, вот союзников, автоматом можно посылать, просто подбор делаете, и в зависимости от цвета, например, оранжевый, сиреневый, красного я, по-моему, не видела, и синий самый слабенький, да, рейтинг идет. В зависимости от цвета будет, соответственно, определенное количество времени. Но у нас тут 10 минут, да, и мы посмотрим, что нам за это дадут потом. Вот, ребят, смотрите, как раз к баунти вернемся, да, получаем приз. В зависимости от того, насколько у нас, как бы, рейтинг высокий или низкий, мы получаем определенные вещи. Значит, можно вот выбрать дальше. А, кстати, хотела показать, да, здесь у нас 3 попытки, но я их израсходовала бесплатные, а дальше за кристаллы, если вы хотите, чтобы рейтинг у вас был выше. Видите, у меня сейчас синий, да, поэтому особо много я не получу, то есть экспу, банки, в общем, просто назначить любых и готово. Значит, где это можно применять? Во-первых, вы можете банки... на улучшение союзника. Вы можете вещи, если вы получаете, кто-то у вас там не одет, скажем, вещи активировать. Вот, например, редкий у меня остался, особый. Особый это, конечно, за как бы высший ранг. А так особо вот только банки получаете и экс. Так, вот смотрите, тик-так развлечения.
Это задание дается каждый понедельник, обновляется, и у вас там, если вы новичок, то 50 заданий, и в следующий раз уже идет 100, а дальше у нас идет все по 100 заданий. В принципе, вы можете сделать на автомате, то есть, ну да, это будет дольше прохождения, но если вы там чем-то занимаетесь, это вас не будет напрягать. То есть вы ставите галочку на автопокупки, в таком случае, когда она будет летать, ей там будет задание там принести то-то, принести это, в каких-то магазинах что-то купить, отдать NPC, все это будет проходить автоматически. В том числе и покупки, которые не за игровую валюту, ну, в смысле обычные, да, деньги, но и за кристаллы. Но там ингредиенты не такие дорогие, там по 3 кристалла, поэтому в принципе, чтобы вас не напрягать, вы это дело можете ставить на автомате. Да, это будет долго времени занимать, но по крайней мере за это дают очень хорошую экспу, поэтому обязательно этот тур также тик-так проходите. Теперь мы перейдем во вкладку опыт. И здесь у нас тоже есть задания, которые связаны с индивидуальным прохождением. Значит, если мы нажмем на вкладку «Другое», да, чтобы долго не искать, то у нас есть скоростной ураган. Скоростной ураган у нас вот дает экспу и деньги, в зависимости от того, какое вы место займете. Это обычные гонки. Начнем, посмотрим. Ребята, просто ставьте лайк, потому что это я прохожу на компьютере, и я прохожу это с помощью мыши, клацая вот на кнопки вправо-влево. И дрифт я вообще не беру. Значит, здесь у нас тоже рейтинг идет. Если вы занимаете первое место, потому что с вами сражаются боты, да, что намного облегчает задание, то вы получаете и больше денег, и больше экспы. Соответственно, чем меньше рейтинг, ну, место занявшее в гонке, тем, конечно, все это будет меньше. Значит, нажимаем на матч. Можно пройти обучение, если вы впервые. Нажимаем на матч. Значит, я опытным путем нашла себе машину, которая вот меня полностью устраивает. Тут машин очень много. И смотрите, сбоку указано, как, где ускорение, где устойчивость. Но нам, например, мне, по крайней мере, нужна больше устойчивость, потому что я играю на компьютере. Значит, я выбрала себе вот эту машину. И я от нее никуда не ухожу, потому что другие машины... Ну, сложно управлять. Какие у нас еще есть машины? Давайте просто посмотрим. А, ну, в принципе, все, тут не так много. Значит, здесь просто идеальный баланс управления, ускорения, устойчивости, скорости и дрифта. То есть, если я не туплю, то я, в принципе, всегда выигрываю. Сейчас попробую это сделать. Ой, мне так волнительно. Значит, вначале у нас заставка. Кстати, от места очень тоже много зависит. По краям, вот особенно слева, да, от старта, неудобно стоять. В принципе, здесь позиция не такая прям плохая, потому что вас не особо будут подрезать машины на повороте. Но если вы будете именно с левого края стоять, то поворот будет, конечно, более крутой, да, и машины, которые сбоку едут... А, вот, собака лесная, все, понеслась. Так, ребята, не переживаем, это я буду переживать. Оп. Так, главное... Поворот. Нет, ты меня будешь, я третий, да? Есть очень неприятный момент, ну, в плане, я имею в виду, поворота. Вот я там постоянно застреваю. Надо еще выравнивать. Оп. Вот этот поворот. Я все время... О, смотрите, я его хорошо прошла. Я даже не врезалась в стойки. Да, скорость здесь не особо большая, то есть, оп, мы идем на финиш. Вот это Суинси, все, до свидания, Суинси. Я первая. Все, и финиш проходим. И теперь смотрите вверху карта, ждем, пока остальные доедут. У вас определенное количество времени дается на вот эту гонку. И как только время заканчивается, вот смотрите, номер один, ура, даже если я там тормозила, значит, вам дается, смотрите, опыт, очки и денежка.
Ну и, соответственно, время самое лучшее у меня, по-моему, было 57 секунд, что ли. Значит, таких гонок у нас может быть две. То есть один раз проехали, и опять же на NPC нажимаем, и вторую гонку проводим. Я вторую гонку сделала, видите, времени 57 секунд, потому что я не снимала, и я так не волновалась, что я на камеру как-то буду плохо ехать. Всем огромное спасибо за внимание. Напоминаю, это была только первая часть, скоро появится вторая. С вас лайк и подписка, с меня интересный контент. А я на этом с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, обнимаю, обожаю. И всем пока-пока. Муа!